Балетных либретто Вильям Шекспир не писал. Тем не менее, его пьесы часто используются именно в балетных постановках. Особенно популярна комедия «Сон в летнюю ночь». Не только благодаря замечательной музыке Феликса Мендельсона. Шекспировские герои, сюжеты и положения, по мнению Кирилла Симонова, все это не менее ценно. Жанр спектакля, над которым артисты музыкального театра работают уже не первый месяц, постановщик определяет необычным термином – балет-комедия. Я не ставил перед собой задачу, чтобы зритель просто сидел и гоготал в зрительном зале. Мы не делаем такой ситком комедийный, чтобы люди просто сидели, развлекались и смеялись. Это достаточно сложная история. Мне кажется, что здесь важны не только комедийная составляющая, мне кажется, здесь важна вообще эстетика самого жанра комедии, который присущий пьесам Шекспира. Спектакли Кирилла Симонова нередко выходят за рамки традиционного балета благодаря хореографическим новациям, а также сочетанию танца с другими видами сценического искусства. Помимо балетной труппы, в постановке будут участвовать драматические артисты, которым придется и говорить, и петь, и танцевать. Так, московский актер театра и кино Алексей Шутов, известный широкой публике по сериалу «Возвращение Мухтара», присутствует на каждой репетиции спектакля, чтобы проникнуться духом музыкального искусства. В балетной постановке он принимает участие в впервые. Я преклоняюсь перед ребятами, артистами балета, в принципе, не только этой труппы, а вообще как бы всеми артистами балета, зная, насколько у них абсолютно отличающийся от всех остальных людей образ жизни, изначально исходящий из детства, насколько они лишены этого детства, уходя в интернаты, как бы занимаясь вот непосредственно этим делом, и погрузившись как бы сейчас в их жизнь, потому что мне необходимо как-то соответствовать, все равно у меня не получится. По словам Кирилла Симонова, несмотря на внушительную экспериментальную составляющую, карельские зрители все же увидят классический балет с классической хореографией и по мотивам классической комедии Шекспира. Александр Лычагин, Иван Медведев, телеканал «Ника плюс».